Всем привет! На оплату услуг ЖКХ можно получить рассрочку. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее расскажу прямо сейчас. Как сообщает российская газета со ссылки на адвоката в сфере недвижимости Олега Сухова, если не хватает денег на оплату коммунальных платежей, то собственники могут потребовать от управляющей компании рассрочку. Также адвокат добавил, что послабления по оплате услуг ЖКХ бывают трех видов. По информации издания, обязательную рассрочку предоставляют в том случае, когда цена на услугу на 25% больше, чем за тот же период прошлого года. Сухов отметил, что рассрочка предоставляется на 12 месяцев, но за нее в обязательном порядке будут взиматься проценты. Существует также соглашение между собственником квартиры и управляющей компанией или ресурсно-снабжающей организацией. Кроме того, юрист выделил судебную рассрочку, которую можно получить в ходе разбирательства по взысканию задолженности. На этом пока все. Еще больше новостей ищите на сайте mymsk.online. До скорого!